было вот трудно вот так там куда-то по 5-6 часов куда-то ехать, иногда там часов 12 надо было куда-то ехать на серьезные соревнования, чтобы, ну, побоксировать просто. А здесь в одном городе можно и посмотреть, ну, у нас же и ребята Сепхова участвуют, то есть далеко ехать не надо, то есть, и плюс, вот они посмотрели, молодежь посмотрела, зарядилась, и там через пару лет у нас появятся новые чемпионы. Поэтому огромное значение для, именно для сепховского бокса. Вот я за то, чтобы проводили такие турниры большие и почаще. Чем чаще будут делать, люди, дети будут смотреть и усерднее тренироваться. Вот. Я за то, чтобы у нас было побольше ребят, больше чемпионов, которые бы прославляли на наш родной город.